Взламываясь в дома, торгуя наркотой, а затем я открыл рок-н-ролл. И это меня как-то захватило. Думаю, если бы я не открыл рок-н-ролл, вряд ли бы я смог как-то устаканить свою жизнь. Наверное, стал бы серийным убийцей или просто бы завалил кого. Какие ваши годы? Ага, но я к тому, что меня типа ярость распирает. Меня бесят люди. Я ненавижу людей. Иду вот по улице и вижу кучу ебучих роботов, скажем так. Люди типа тех, что у тебя вот тут сидят. Знаешь, с этими галстучками и крошечными механизированными жизнями. Я просто не хочу никакого отношения иметь к этой хуйне.